Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, клирик храма апостола Петра на Искровском проспекте, отец Николай Свяченко. Здравствуйте, дорогой отец Николай. Добрый вечер. Дорогой отче, благословите наших телезрителей. Божьего всем благословения. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит так. Кого Господь призывает к миссионерству? Для того, чтобы вы могли задать свои вопросы, пожалуйста, вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. И, конечно, оставляйте свои мнения, пожелания на нашей странице в группе ВКонтакте. Дорогой отец Николай, казалось бы, околонаучная тема, кого Господь призывает к миссионерству. Но вот зная вас много лет, зная, что вы человек очень неравнодушный к работе с очень разной молодежью, я был знаком с теми людьми, которые приходили к вам в ваш миссионерский отдел Гатчинской епархии, совсем неверующие люди. И сейчас я их знаю уже как таких настоящих православных прихожан. Тяжело, я так понимаю, было всегда тяжело, но здесь у меня возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, что такое призыв? Когда мы говорим «Господь призывает», во-первых, что такое призыв? Ведь часто нам кажется, что призыв относится только к тем людям, которых мы в быту называем святыми. Mm-hmm. Вот, да, он, конечно, достоин, вот Аксиос, вот он должен служить, или она, Аксия, должна служить, и, потому что вот они замечательные люди и прочее. И возникает такое ощущение, что только, ну, прямо совсем избранные. С другой стороны, мы иногда думаем, что хотелось бы самому что-то делать, но я недостоин, и поэтому я посижу в сторонке. Это по поводу слова «призыв». И, конечно же, во всем этом еще есть сложность одного только понятия – миссионерства. Только вот услышишь это слово и сразу подумаешь, ну, это вот точно, я не знаю, что это такое, поэтому я, наверное, точно посижу в стороне. Насколько я прав? Спасибо, дорогой Глеб, за тему, которую вы сегодня выбрали. Конечно, она для меня близка. Ну и для того, чтобы нам понять, что такое призыв в рамках православия, в рамках православной церкви, чтобы нам ощутить понятие и саму природу миссии, конечно, мы должны обратиться к тому, что сказал Христос самой Церкви в тот день, когда Он последний раз смотрел на учеников, тогда, когда Он прощался физически с ними. А мы с вами знаем, каким драгоценным является то время, когда Христос общался и обращался с учениками после своего воскресения до Вознесения. Он сделал несколько важных вещей и сказал много важного. Но вот мы всегда забываем эти великие слова, обращенные к ученикам, обращенные ко всей церкви в их лице. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Эти слова Христа, упомянутые евангелистом Матфеем, евангелистом Марком, и так или иначе они присутствуют в течение всех четырех Евангелий, является однозначным императивом, то есть заповедью, которая обращена каждому
ученику Христовому, то есть каждому крещенному в церкви человеку. И как часто мы можем наблюдать, и я в том числе из пасторского опыта вижу, что практически никогда человек не думает об этой вещи, о каком-то свидетельстве, о каком-то вот особом служении хотя бы или о какой-то проповеди внешнем. Мы никогда не слышим этого практически в перечне исповедальных грехов. Ну, практически многие вещи мы можем услышать, и они повторяются у нас у всех, да, практически. Но то, о чем заповедовал Христос и сказал перед своим вознесением, как очень важный императив, мы часто не просто забываем, но даже о нем и не думаем, и само слово «миссия» нас даже пугает. Хотя это латинский термин, который соответствует знакомому нам греческому понятию апостольства. И мы в символе веры, который читаем ежедневно и на литургии, в словах «верую во единую святую апостольскую церковь», апостольскую подразумеваем не только апостольское преемство, имеющееся в православной церкви, подразумеваем не только рукоположение епископов и священников, восходящее к апостолам, но и апостольство в смысле посланничества, в смысле того, что церковь сама себя осознает как продолжающую деятельность Иисуса Христа на земле. И понятие миссии, апостольства выражает вот эту природу церкви. Что это, она, это свидетель. Это свидетельство, это явление Царства Божьего на земле. Явление, конечно, в первую очередь внутри евхаристической общины, внутри прихода, как сейчас бы мы сказали, но и явление вне своих границ, явление всему миру. Христос дает очень важный такой повелительный императив – идите и научите. Конечно, нам намного приятнее и проще сидеть и ждать, когда придут к нам, и здесь мы уже человека встречаем, хотя как мы знаем, что и не всегда хорошо и благополучно-то и встречаем-то. Какая-то евангельская проповедь иногда даже на уровне встречи не происходит, и какое-то знакомство благополучное для человека не происходит. Но вот этот императив идти и научить, по крайней мере, на эту тему задумываться, на эту тему как-то размышлять, что это дано нам как одна из заповедей, одна из существенных заповедей, сказанная Христом перед уходом физическим из этого мира. Поэтому здесь, говоря о миссионерстве, то есть об апостольстве, которое мы разделяем в таинстве крещения, когда мы вступаем в церковь, мы все становимся причастны вот к этому апостольству, к этой миссии, своей миссии, как общеглобальной миссии церкви на земле. У меня есть один очень интересный вопрос, но я хочу, чтобы мы сейчас приняли телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Добрый вечер, батюшка. Добрый благословите вечер. Вам, Глеб, тоже здоровья, самого доброго всего. Вопрос такой. Можно, ну, как бы вот заниматься, ну, то есть, ну, вот этого дела миссионерства, как бы молча. Ну, молча или своим делом. Вот идешь ты в храм, люди видят, что ты идешь в храм, или кто-то спрашивает, ты куда пошел? Да в храм, в этот, в церковь. Это миссионерство, еще вопрос. Вот я, к примеру, к вам подойду и скажу, батюшка, вот там Филипп Филиппович, там, ну, как бы вот вы ему там чему-то научите, а вы мне просто говорите, хорошо, я за Филиппа Филипповича помолюсь, а ему как бы Бог сам откроет. То есть не то, что вы сразу бросаетесь, хорошо, ведите его сюда, я ему сейчас буду там читать закон Божий и прочее. Тут, то есть как бы делом, ну как бы молитвой, простите. Как вас зовут, простите? Владимир. Владимир, спасибо. Да, спасибо, Владимир, за вопрос.
И вы очень хороший сказали тезис о так называемой молчаливой миссии. Но здесь, переводя на известное нам реалии, можно так сказать, что в современной жизни православной церкви в России можно выделить две разновидности миссионерской деятельности. Первая – это профессиональная разновидность миссионерской деятельности. Имеется в виду здесь то, что человек к этому служению относится максимально серьезно. То есть подготовленный специалист. Проходит, да, специальное образование епархиальное или какие-то курсы миссионерские, апологетические сейчас. Подобного рода курсы есть и на разных порталах православных, очень доступные для того, чтобы повысить свои знания, научиться каким-то методикам. И это вот это первая разновидность миссии, назовем ее специальной, она всегда должна иметь церковный характер. То есть человек должен иметь постоянные взаимоотношения со священником, с настоятелем, либо со своим благочинным или руководителем миссионерского отдела в той епархии, где он находится. Потому что в каждой епархии есть свои особенности, свои какие-то нужды, и исходя из знаний, исходя из опыта, который есть у человека, такой вот христианин, такой православный верующий, экстраверт, мы бы его назвали, имеющий, правда, с духовной точки зрения, призвание Духа Святого, то есть человек хочет свидетельствовать, и он готов тратить на это свое личное время, готов заниматься активным служением в церковных рамках. Тогда, когда миссионерский отдел или благочин, или настоятель человеку показывает и говорит, каким образом ему необходимо двигаться. Но вместе с тем существует и второй вид миссии христианина, верующего человека, то, о чем сейчас сказал Владимир. Миссия своего присутствия, своей жизни, того, когда человек не только старается жить по Евангелию, но когда и он не стесняется внешнего выражения, внешнего свидетельства, того, чтобы мочь перекреститься или помолиться в каком-то людном месте, например, и делать это искренне ради себя самого, не ради других. Того, когда Бог в жизни человека присутствует вот как можно больше. Когда мы вспоминаем о Боге или говорим о том, чтобы какие-то дела, если будут, возможно, по Божьей воле они осуществляться, например. То есть почаще даже в рамках нашей собственной семьи, в рамках какого-то общения на работе, например, или малознакомыми людьми, мы вспоминаем о Боге, говорим о Нем, мы не стесняемся этих тем. И вот такое свидетельство на бытовом уровне, можно так его назвать, оно является тем же выражением миссии и природы Церкви, когда мы о Боге говорим без всякого стеснения, без всякой мысли о том, что обо мне подумают в этот момент. То есть мы должны давать Богу больше места в нашей жизни. И, кстати, здесь вот я могу сказать, что это необходимо делать сейчас, еще по той причине, что в нашей стране, в России, миссия Церкви имеет определенные обстоятельства. В каждой стране они особенные, а в России мы знаем, что практически в течение 70 лет была организована первая в мире атеистическая империя. Некогда богоносный русский народ стал строить общество на атеистической идеологии. Атеизм был объявлен на официальном государственном уровне как идеология. И это произошло впервые в мире вообще. И мы это часто недооцениваем. То, что в течение нескольких поколений вот это примитивное такое отношение к церкви, отторжение Бога,
оно происходит уже на подсознательном часто уровне, когда на уровне каких-то общеколлективных архетипов становится очевидным, что церковь воспринимается как какое-то инородное сообщество, то, о чем говорят священники или миссионеры, воспринимается как сказка, например. И вообще часто светским людям сегодня непонятно, чем церковь занимается, зачем она существует. Какие-то между собой мы видим, и в том числе в публичном пространстве происходят осуждения жизнедеятельности церкви, не понимая ни ее природы, ни сути, и рассматривая, акцентируя внимание на каких-то внешних эпизодах. И этим демонстрируя, что церковь вот воспринимается абсолютно на примитивном, на каком-то уровне, который для человека становится абсолютно невозможным для принятия. У нас еще есть телефонный звонок, но я постараюсь сразу после него и ответа вашего на этот телефонный звонок все-таки задать вам вопрос. Конечно. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте. Игорь из Москвы. У меня вопрос следующий. Главная миссия, к которой Господь нас призывает, это иметь такое сердце, которое будет сокрушаться от тех, кто не знает Бога и не спасен. То есть нам нужно пойти туда, где есть наша нужда, чтобы мы могли помочь хотя бы немногим. Но не растратим ли мы так свою жизнь на помощь людям, которые даже и не хотят не только помощи, но даже и простого совета, Глеб? Спасибо, Игорь, за ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, видите, то, о чем сейчас вы сказали, как раз-таки очень хорошо характеризует понятие призвания, с которого вы начали, Глеб. Потому что тогда, когда у человека возникает, собственно, желание идти к тем, кому нужно Слово Божие, в то общество, которое не знает Бога или знает в каком-то искаженном виде, всегда начинается с призвания человека, то есть с ощущения того, что человек хочет это делать. У человека есть к этому стремление. Дух Божий человека ведет туда, неизъяснимым часто образом для самого человека. И у человека не встает вопрос, а как мне относиться, если я потрачу свою жизнь на этих людей, которые, ну, как бы недостойны этого обращения к ним. Здесь, если бы с этой точки зрения подходил бы сам Христос, например, или апостолы, то никакого бы дела спасения Господом не произошло. Потому что мир недостоин ни Христа, мир недостоин апостолов и тех святых, которые обращались к миру. Поэтому ставить таким образом некорректно, конечно, вопрос, насколько они достойны или нет. Насколько мы чувствуем это призвание, насколько ведет нас Дух Божий туда. И здесь, как апостол Павел говорил не раз о том, что каждый должен в себе понять, какие есть у христианина, у ученика Христова дары. И этот собственный дар как-то возвеличивать, приумножать. А кто-то предрасположен к большей молитве, кто-то к аскетической жизни, кто-то к педагогике, кто-то к миссионерской деятельности, кто-то к какому-то другому служению в церкви. Каждый должен понять, чем он может послужить Богу и людям. Потому что служение Богу и людям часто заключается в конкретных физических делах, в оказании кому-то физической помощи, оказании кому-то материальной помощи, какое-то слово утешения, подбадривания душевного, кому-то физическое оказание, например, и помощь больному, например, или находящемуся в трудной жизненной ситуации, кормление, раздача вещей. То есть здесь служений
Богу и людям в церкви это существует очень много. Но это миссия, это в том смысле миссия, что это свидетельство о Божьем Царстве, о Божьей милости, о Божьем присутствии в этом мире вот этими делами, этими словами. И, конечно, самое худшее, самое печальное, когда человек вообще в этом смысле никак себя не реализовывает, а лежит как камень, ну, грубо говоря, то есть не приносит пользу ни своей душе, ни Богу, ни людям, соответственно. У меня есть такой вопрос, вот все-таки я успею его задать до следующего нашего телефонного звонка. Мы знаем действительно очень разных людей. Вот в особенности одной из самых больших проблем – это миссия среди людей, я бы не сказал, что каких-то иностранцев, нет, а среди нашей молодежи. Ведь никто не станет меня переубеждать, что в церкви чрезвычайно мало молодых людей. Ну, опять-таки, в сравнении, но все равно очень мало. И в особенности это происходит не просто там с 15-летними подростками, а это уже возраст, там, скажем, 20-25 лет, когда люди живут и понимают, что им жить в церкви совсем неинтересно. Это одна группа людей, которые нуждаются, на мой взгляд, в какой-то особой проповеди. Есть люди, которые являются просто-напросто, знаете, мы часто встречаем в интернете такие сообщения о церкви среди, ну как, хорошо, воинствующие атеисты, можем так сказать, и огромная благосфера, которая против церкви есть. И я не знаю людей, которые могли бы вести с ними интересный и позитивный диалог, а не по принципу «сам дурак». Это второй вариант, что называется, миссии. Есть миссия среди пожилых людей. И, казалось бы, зачем? Ну, приходят люди в церковь, и слава Богу, пришли, и очень хорошо. Но то, что они ничего не знают о вере в большинстве своем, это тоже определенная миссия. Так вот, вопрос такой. Призывает нас Господь к миссионерству. Но оказывается, миссия очень по своей форме и по адресу совсем разная. Неужели для этого нужны разные миссионеры? Один по атеистам, один по слабоверам, один по язычникам и так далее. Или это общая миссионерская задача? Да, вы абсолютно правы. Современная миссионерская деятельность православной церкви так и строится в основном. Когда люди, специально занимающиеся миссионерской деятельностью, различаются по конкретным направлениям. Например, я в большей степени провожу полемику и диспуты и общение в атеистических сообществах, в меньшей степени в протестантских организациях. Есть, например, в том же миссионерском центре «Ставрос» определенные специалисты, которые специализируются на свидетелях Иеговы, например, на каких-то других представителях нетрадиционной религиозности. Есть те, кто специализируется на кришнаизме, на саентологии, например. В общем, у каждого направления, практически сейчас так выходит, существует свой какое-то апологетическое направление. И без, конечно, знаний, специальных методик и стратегий в этой области практически ничего не получится, потому что общение здесь с представителями этих вот верований или с материалистами практически невозможно. Поэтому здесь, конечно, человек должен определиться, с какой группой людей, потому что существует много языков
много различных понятий, которые необходимо учитывать при обращении. Это общий миссионерский принцип. Святитель Николай Японский, перед тем, как начать проповедовать в Японии, всем известно, в течение 8 лет изучал не только язык, но и культуру Японии. И православие, по сути дела, он инкультурировал там, переведя язык Евангелия и православия на какие-то знакомые для японцев знаки и символы по характеру их жизни. То же самое сделали некогда святые равноапостольные Кириллы и Мефодий для наших с вами предков. Они перевели на древний для русских язык Евангелия и, в глобальном смысле. Перевели, то есть инкультурировали понятие Евангелия с тем бытом, с той жизнью, которую они встретили у наших с вами далеких предков. Это поэтому мы сейчас проповедуем не на греческом языке, а на русском. Конечно. И вообще, благодаря этому в том числе и произошло познание, узнавание православия и христианства. Поэтому здесь без вот таких вот специальных образовательных первоначально, а затем активных действий в конкретной области уже практически невозможно. То есть... Хотя на бытовом уровне, если мы говорим об мирянине, об обычном прихожане Русской Православной Церкви, то минимальным свидетельством его будет знание о Боге, умение как-то логично и доступно о Боге и о Церкви свидетельствовать, быть вдохновленным тем, что человек говорит. Потому что иногда, и это правда, отсутствие знаний собственного вероучения у кришнаитов или свидетелей Иеговых, или, собственно, атеизма, но при этом какое-то вдохновение, которое имеет человек, простой, обычный прихожанин, мирянин, может достаточно бывает для того, чтобы вот этот не в церкви находящийся человек мог сам заразиться вот этой радостью. Это удивительно. Заразиться вот чувством воскресения Христова. И затем только может начаться путь рационального познания. Что же там в православии такого? И здесь он натыкается на миссионеров, допустим, находит миссионера где-нибудь на сайте. Господь, конечно, сводит этих людей между собой. И начинается такой рациональный, долгий путь обычно выхода из той организации, в которой человек находился. Но первоначальная искра, она правда может появиться от искреннего, простого, не знающего другие какие-то вероучения или особенности атеизма, материализма, но живущий просто, искренне знающий свою веру, могущий ее хотя бы как-то рефлексировать минимально человека. По любви узнаете его. По любви, да, если сказать очень просто. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте, Евгений. В Евангелии Христос насчет миссионеров, там есть такие слова. «Горе вам, фарисеи, лицемеры, вы обходите и сушу, и море, и счастье учеников, а когда находите хотя бы одного, делайте его сыном гиены». Вот как не оказаться в таких миссионерах, потому что лицемерие, слава Богу, у нас девать некуда, оно никуда не исчезло. Спасибо. Ну, это возможно, конечно, если мы будем проповедовать какие-то собственные фантазии, если мы, не зная, не понимая Евангелия, будем искажать Евангелие, будем искажать православие. Такое, к сожалению, бывает нередко, когда за православие или за Евангелие выдаются абсолютно второстепенные вещи. Из любой второстепенной, хорошей вещи, какого-то нюанса церковной жизни. Но если из этого нюанса церковной жизни или какого-то элемента обрядового церковной жизни делается просто вот настоящий кумир и идол, и человек, абсолютно не зная Христа, не понимая Евангелия и, самое главное, единственной заповеди о любви, которую мы должны
обращать к миру, тогда мы можем быть, как правда, те фарисеи, которые человека приводят к своим каким-то фантазиям, домыслам, к своему образу жизни фарисейскому, ну или тому, который человек в данный момент может считать христианским. Ну, для того, чтобы понять, насколько я прав, а не в прелести нахожусь, как это понять? Ну, конечно, здесь должен быть всегда совет со своим духовником, со священником. Желательно найти опытного священника в этой области. Обычно в епархии, в каком-то районе, благочинии такие известные священники есть. Какие-то авторитетные могут быть другие православные христиане. То есть лучше советоваться, лучше лишний раз обнаружить свои мысли в отношении тех или иных сомнений для того, чтобы не замыкаться на самом себе. Самое ужасное, что может быть для миссионера, это эгоизм, какая-то самозамкнутость и считание, что вот я являюсь самым наивысшим мерилом обличения какого-то унижения человека в том, что он живет в грехе, и вот это обличение грешника, обличение других каких-то проповедников иногда становится для некоторых миссионеров основным трендом, основным направлением в их деятельности. Поэтому здесь такая вот самозамкнутость и какое-то превосходное отношение к себе как источнику наивысшего знания, да, и подлинная истина является для человека тупиком. Ну да, вот я тут, может быть, я немножко в стороночку отошел, но вот совсем недавно, но в течение очень многих лет был такой лжеучитель, как Виссарион. И ведь, так вот, на секундочку вспомните, сколько людей поехало за ним в эту, в Красноярскую, да, эту область. Тысяч. Сколько? Несколько тысяч. Несколько тысяч человек. За эти 20 лет. И вот получается, вот неужели все-таки лжеучение так тянет, что тысячи людей находятся в такой... в таком заблуждении? Или здесь тоже наша ошибка в нашей миссионерской работе церкви? Потому что это ведь каким-то образом случилось, что несколько тысяч человек отошли от церкви, считая себя все равно православными. Это обстоятельство является выражением уже известных и упомянутых сегодня мною причин того, что в течение нескольких десятилетий российским народом строилось государство, имеющее официально атеистическую идеологию. И вот это место в душе, место абсолюта, место Бога, если человек не приходит к истинному Богу, если он деградирует в каком-то духовном, культурном аспекте, а мы видим, это произошло на втором, на третьем поколении, несмотря на то, что Советский Союз прошел уже несколько лет назад, но тем не менее, особенно в начале, и тогда, когда в нашу страну хлынуло огромное количество различных сект, тогда духовно, как сказать, неподготовленный, голодный в определенной степени народ, не имеющий критического мышления, не имеющий культуры духовной, но тянущийся к Богу, а это потребность в духовной жизни, потребность в том, что Бог должен быть в жизни, она практически остается у каждого человека. Другое дело, что подчас человек на место истинного Бога ставит какого-то идола, как ставит какого-то лжеучителя, какие-то свои собственные фантазии. Поэтому здесь человек, как чистый лист, никогда не останется. Всегда на этом месте
что-то будет, чье-то имя будет вписано. Либо Виссариона, либо какого-то любого другого гуру-учителя. Ну, это могут быть и совсем простые вещи. Это могут быть материальные вещи. Какие-то предметы из бытовой атрибутики, так скажем. Карьера, деньги, какие-то другие благополучия внешние, которые в нашей стране для многих являются, собственно, Богом. Ну, с маленькой буквы, конечно, но тем жизненным Башком. Ориентиром, согласно которому они живут. Поэтому, когда церковь о чем-то свидетельствует и призывает, и как-то заявляет о надмирном, тогда начинается здесь вот это непринятие. Нам, конечно, очень важно ощущать и понимать церковь как вот Божье присутствие в этом мире. Потому что этот мир похож, образно говоря, на древо. На древо, которому Бог стал прививать новую органическую жизнь. Это древо, в силу ее греховности, испорченности, оно подлежит распаду, уничтожению. Но Бог хочет спасти это древо, Он хочет его изменить. Он прививает к нему новую жизнь, которая называется Церковью, которая является богочеловеческим организмом. И этот богочеловеческий организм освещает и преображает все древо, наделяет его смыслом, наделяет его возможностью иметь свое продолжение дальнейшей вечности. И это отношение, это свидетельство о церкви, но и о Боге, который присутствует в истории, в надмирности церкви, ее по существу, должно быть вот корнем современного свидетельства, современной миссии каждого человека, каждого прихожанина, каждого мирянина. Мы, кстати, должны сейчас подчеркнуть очень высокую роль для миссионерской деятельности каждого прихожанина. Потому что сегодня очень часто именно общество формирует то информационное поле, которое будет завтра. Сегодняшние наши какие-то тезисы, какие-то воззвания наши, упоминания даже о Боге, о церкви, размышления, они отразятся на будущих поколениях неизбежно, потому что таким стало современное информационное общество. Мы должны понять, что в 21 веке основная такая борьба, скажем, за сознание человека ведется в информационной сети. И сегодня, правда, церковь в лице ну, в нашем лице, в лице многих тех, кто занимается миссионерской деятельностью, понимает всю ответственность и то, насколько мы оказались перед этим не готовы и сколько еще нам необходимо преодолеть, потому что часто приходится бежать за уже уезжающим поездом. Но станет намного легче, намного проще, если каждый прихожанин, каждый мирянин осознает свое достоинство как миссионера на бытовом уровне и в социальных сетях, в каких-то мессенджерах, но о себе не будет стесняться свидетельствовать, как у христианина. Хотя бы сможет сказать: завтра я иду в церковь, а вот там то-то, 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 какие-то вот важные вещи человек, не относящийся к обрядовой последовательности даже, потому что людей может светских отпугивать, и абсолютно они могут не принимать упоминания о том, что там завтра будет, например, яблочный спас. Но что с того светскому человеку от того, что он узнает о такой новости, что завтра будет яблочный спас, и в очередной раз он подумает, что ну, православные, вот они отмечают какой-то народный праздник, связанный с яблоками. То есть наше здесь свидетельство о Христе, о церкви, о какой-то сути духовной жизни, оно должно быть тоже серьезным, чтобы не превращаться в какой-то балаган, в какие-то второстепенные вещи. Вы очень точно вот подметили сейчас такие очень важные
вещь по поводу именно интернета и в соцсетях. Но, к сожалению, вот просто дело в том, что вот у меня очень большое количество на моей странице всяческих посланий. И я давно заметил, что есть целая группа людей в интернете, православных людей, считающих себя такими таковыми, которые все время выкладывают в интернет всякие такие типа хорошие цитаты, какие-то иконы и так далее. И вот это в огромном количестве. То есть я не успеваю просто следить за этими, что называется, посылками. И я иногда думаю о том, что ну, человек тратит время, и вот он считает, что это вот очень важно, что это очень нужно. Но при всем при этом я не вижу ничего, кроме того, что человек постит где-то, берет и выкладывает у себя на странице. Берет и выкладывает на странице. Никакой, я не вижу в этом никакого личного участия. И это, честно говоря, меня как-то очень, ну, почему-то напрягает. Неужели я просто настолько циничен, и, может быть, я просто, я не знаю, как-то для меня это кажется, ну, слишком, знаете, как вот бывает такое, какое-то слишком сладкое такое. Понимаю вас. Православие. Отче, у нас есть телефонный звонок, да. Давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Пропал телефонный звонок, но я прошу перезвонить. Так вот, вот касаясь вот такой миссии, миссии ли это раз, и после этого я задам вам еще вопрос по интернету. Часто так бывает, когда мы механически перепощиваем что-то в интернете, в социальных сетях, может быть, просто пустой трата времени, потому что в цель это может вообще не попадать. Потому что мы должны разделять, смотреть, здесь идет речь о том, что мы обращаемся к нашим братьям и сестрам. Хотя даже обращение к нашим братьям и сестрам, мне кажется, это лично мое мнение, оно всегда более приятно, и как-то вот ты даже ощущаешь это близко, когда человек тебе вот не потрудился, написал что-то, написал какие-то даже слова добрые в отношении праздника, который был сегодня или будет завтра. А вот пересылаемые миллионными тиражами ведь картинки одни и те же. С одной стороны, они красивые, там святые образы и известные цитаты, но при этом вот отсутствует личное к этому такое приложение усилий. Но это лично мое, опять же, я повторюсь, мнение. Но если мы говорим о внешних людях, о малоцерковных, неверующих, сомневающихся, или о тех, которые критикуют или ведут полемику с церковью, это может часто стать и, правда, плодом для надсмехательства какого-то, для подтверждения того, что, ну вот, они ничего существенного сказать не могут, а только лишь такие банальные вещи. Поэтому здесь, конечно, когда мы тем более сами делаем подобного рода картинки или перепощиваем, я советую, чтобы мы внимательно сами их прочитывали, поняли, насколько это отражается в моей душе или в душе моих ближних, и только тогда делать перепост, чтобы это было эффективно, чтобы вас, говоря современным языком, не банили, чтобы вас не игнорировали, чтобы вас не воспринимали того, кто шлет спам какой-то, и чтобы вы не теряли авторитет, ну, не теряли интерес у других людей. Поэтому под ответственность, конечно, в социальных сетях, понимание того, что не все так должно выходить из-под вашего пера, эта ответственность должна быть высокой, она должна быть эффективной, что если вы что-то сказали, если вы привели цитату, пытаться соразмерить ее с той аудиторией, которая в своем большинстве ее прочитает. Потому что непопадание в цель здесь будет очень грустным, очень грустной тратой времени тех людей, которые будут это читать, вас,
уж если мы этот труд предпринимаем, то лично я хотел бы, чтобы он был эффективным. Я с вами согласен абсолютно, отец Николай. Еще один у меня вопрос связан вот с чем. Сейчас чрезвычайно популярно так называемое клиповое мышление. То есть, ну, оно стало для всех уже нормой. Потому что мы уже не смотрим какие-нибудь фильмы, которые там больше получаса, там, например. Да. А вообще, в принципе, формат сейчас, который воспринимается, ну, это может быть 5-10, ну, максимум 15 минут. Так вот, в связи с этим, существуют ли сейчас вот в разработке миссионерского отдела какие-то такие совсем новые формы разговора с молодежью с помощью, ну, например, там, видео или какие-то, может быть, короткие проповеди. Вернее, так, даже не проповедь, у меня слово даже, может быть, здесь неправильное. Обращение. Да. Обращение какие-то. Обращение. Вот что, да. Есть что-то такое? В частности, сам миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии сейчас организовывает видеоблогинг, как раз-таки имеющий формат короткометражных роликов. И вместе с тем, так вот, наблюдая за тем, что происходит в блогерской, так скажем, православной среде, к этому современные проповедники православия обращаются. Ролики становятся более короткими, более емкими, более локальными. Здесь вот неизбежно к этому стремятся современные форматы. Ну, даст Бог, и у нас это будет тоже получаться. Язык, на котором вы говорите с атеистами и молодыми людьми, не пришедшими еще пока в церковную ограду, какой? Ну, вот наш язык видеоблогинги будет направлен исключительно на неверующих, маловерующих, нецерковных, сомневающихся. То есть это будет доступный язык для них. Конечно, методику, подходы придется еще путем экспериментов различных выявлять, потому что это дело творческое, как вы понимаете. Но вместе с тем у нас есть абсолютное понимание того, что мы не должны сейчас дублировать какие-то церковные каналы. Каналы, обращенные вот для прихожан, для наших верующих. Мы должны делать и искать методы, и путем экспериментов, пока это еще не совсем поздно, обращение вот к абсолютно антицерковно настроенным людям. Очень коротко ответьте мне на один вопрос. Кого вы ждете в миссионерском отделе? Всех желающих помогать и трудиться в деле свидетельства об Иисусе Христе и Церкви. И вы ждете абсолютно всех. То есть можно приходить. Да, они же придут по призыву. По призыву. Вот. Конечно. Вот. И получается, что мы в такое кольцо получилось нашей передачи. Начали мы говорить о кого призывает Господь к миссионерству. Ответ на него может быть такой: Господь призывает тебя. И вот именно ты, как православный человек, должен и с этой радостью уйти проповедовать, быть миссионером. Дорогой отец Николай, благословите наших телезрителей. Господь да благословит нас в этот вечер. Отец Николай Свяченко, председатель отдела по миссионерскому отделу Санкт-Петербургской епархии, был сегодня в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, вам большое спасибо за то, что вы не оставляете без внимания наш телеканал. Я особо хочу поблагодарить всех, кто жертвует на наш телеканал, за ваше милосердие. Спасибо вам и за то, что вы всегда с нами, за ваши молитвы. И оставайтесь на Первом православном.